Второй международный экономический форум открылся сегодня на острове Русский Приморского края. Основные мероприятия деловой программы форума начнутся завтра, а сегодня прошла церемония открытия. Она началась с карнавального шествия делегаций, а на импровизированной улице Дальнего Востока каждый из регионов организовал свой выставочный павильон. Площадку Якутии стилизовали под бриллиант, внутри которого можно познакомиться с уникальным в своем роде экспонатом – мумией пещерного львенка. Ну а в деловой программе форума свое участие подтвердили представители 241 российской компании и 57 иностранных предприятий из 28 стран мира. Якутия представит на форуме 22 инвестиционных проекта, которые могут быть реализованы на территории республики. Завтра начинает свою работу второй Восточный экономический форум. Более 3000 гостей со всей планеты приедут к нам во Владивосток. Многие из них уже сегодня работают на Дальнем Востоке. Многие думают о новых инвестиционных проектах. Дальний Восток большой, с ним невозможно познакомиться в одной точке. Он более 6 миллионов квадратных километров. Поэтому спасибо, что вы, несмотря на дождь, несмотря на непогоду, приехали сюда для того, чтобы поделиться частицей своей любви к Дальнему Востоку.